устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Казалчанин Николай Шмаков – автолюбитель со стажем, занимается частным извозом. Как и всех автовладельцев, сегодня его волнует вопрос роста цен на бензин. Ну вот, мне 10 литров хватает на день только, на день, потому что у меня машина маленькая. А так, 15-20 литров в день. Конечно, не устраивает. Ну как могут устраивать такие цены? У Артыша Ожака свой маршрут в городском автопарке. Говорит, что растущие цены на топливо также отражаются и на его бизнесе. Бензин дорожает. Сегодня заливаю литр бензина за 44 рубля. Это, конечно, очень ощутимо на нашей выручке. Ощутимый рост цен на ГСМ в Туве идет еще с сентября этого года. Так, за 2,5 месяца 92-й подорожал на 6,4%, 80-й на 5,3%, 95-й на 6,37%. Больше всех подорожало дизельное топливо, а именно на 16%. Чтобы узнать причину такого скачка расценок на нефтепродукты в республике, мы обратились в антимонопольную службу Тувы. Мы направили непосредственно запросы тем хозяйствующим субъектам, которых мы мониторим, владельцам АЗС. Они нам предоставили информацию с приложением копий документов, подтверждающих, что рост цен произошел в связи с ростом цен от поставщиков ГСМ на внутренний рынок Республики Тыва. Сейчас нами собирается эта информация именно по поставщикам, и мы ее направим в обязательном порядке. Ну, часть информации мы уже направили непосредственно на территорию антимонопольного органа, на котором осуществляют реализацию уже непосредственно нашим поставщикам ГСМ, чтобы определить всю такую цепочку снизу до верху, где произошел цен. Но как вы знаете из средств массовой информации федерального уровня, что рост цен произошел не только на территории Республики Тыва, а в России в целом, и в том числе связаны с увеличением мировых цен и увеличением биржевых индикаторов на ГСМ. В свою очередь, основными поставщиками ГСМ в республике являются две организации, находящиеся в соседней Хакасии. Между тем, как нам сообщили, в антимонопольной службе рост цен на бензин в Кызыле идет с опережением на 2-3 недели по сравнению с Хакасией, что стало поводом для дополнительной проверки и сбора информации. А по поводу прогнозов ценообразования на ГСМ в будущем пока ничего не ясно. Это же все зависит от чего. Ни для кого не секрет, что до 70% цены за литр ГСМ – это все налоги, сборы, акцизы и так далее. То есть, если налоги, акцизы и сборы будут повышаться, то, наверное, будет повышаться и цена. Поэтому приходится надеяться, что цены на нефтепродукты все-таки урегулируют на федеральном уровне, используя такие рычаги воздействия, как введение запретительных пошлин в оптовом сегменте или заградительных пошлин на нефтепродукты. Глава Тувы Шалбан Карол и генеральный директор сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов обсудили ход выполнения договоренностей о модернизации системы теплоснабжения города Кызыла, достигнутых 3 года назад. По информации директора Кызылской ТЭЦ Андрея Трацана, за это время удалось отремонтировать большую часть переданных на обслуживание ТЭЦ муниципальных теплосетей и существенно повысить надежность работы системы теплоснабжения. Так, по сообщению, только объем гидравлических испытаний увеличился почти на 80%. В настоящее время за счет модернизации как самой ТЭЦ, так и переданного ей сетевого хозяйства проблему энергодефицита удалось снять. По заверениям энергетиков, мощности городской системы теплоснабжения теперь достаточно, чтобы обеспечить теплом все новостройки, планируемые как минимум в 5-летней перспективе. Однако сегодня возникла другая проблема – это доступность услуги по подключению объектов к теплосетям для потребителей. Именно на ней заострил внимание генерального директора Михаила Кузнецова, глава Тувы. В ходе обсуждения стороны договорились, что все вопросы в рабочем порядке они изучат их и найдут пути реализации. Михаил Кузнецов заверил Шалбана Карола, что тепло должно быть и будет подано на все новостройки, сети которых присоединены к теплоснабжающей магистрали и технически готовы к приему теплоносителя. В Туве до 1 декабря сформируют военное подразделение беспилотной авиации. Такое отдельное подразделение будет сформировано в горном мотострелковом соединении, дислоцированном в Туве. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа. Также в сообщении говорится, что на вооружение подразделения поступили комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», предназначенные для выявления командных пунктов противника по радиоизлучению в радиусе до 120 километров, а также комплексы ближнего действия воздушного
воздушной разведки наблюдения «Элерон-3», способного осуществлять разведку в любых погодных условиях. В военном округе добавили, что создание подразделения позволит при выполнении учебно-боевых задач осуществлять ведение воздушной разведки, радиоэлектронное подавление и корректировка огня артиллерии. Единственная в ЦВО горная мотострелковая бригада была сформирована в 2015 году. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 9 копеек, евро 75 рублей 68 копеек. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Сегодня в Тувинском госуниверситете завершился первый межрегиональный молодежный инновационный форум «Инновации 2018». Весь первый этаж учебно-лабораторного корпуса Тувинского «Альма-Матер» отдан под выставку студенческих и школьных проектов. Всего представлено около 80 работ. Кроме ТВГУ, Сибирского федерального и Хакасского госуниверситетов были показаны работы учащихся Кызылского президентского кадетского училища, также Республиканского медколледжа и Политехнического техникума и Аграрного лицея Тувы. Уважаемые гости, дорогие наши студенты, уважаемые преподаватели, вот подходит к концу наш первый межрегиональный форум. К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается, но я думаю, что в данном случае мы с вами стоим, ну не то что на пороге мы стояли вчера, мы преодолели первый этап. Впереди Красноярск, впереди Абакан, впереди другие наши мероприятия. Думаю, что все со мной согласятся, когда я скажу, что первый блин не комом. Да, форум состоялся. Да, получилось очень интересно. На церемонии закрытия мероприятия проректор по науке и инновациям Хакасского государственного университета Андрей Попов отметил, что форум – это возможность показать друг другу свои наработки, которые существуют в молодежной науке. Это заразить молодежь вот этим духом инновационного предпринимательства, духом и умением презентовать свой исследовательский проект, делать из него продукт, который действительно будет востребован в обществе, в экономике или в социальной сфере, все равно, потому что мы, вузы, мы созданы для того, чтобы не только обучать, но и преобразовывать среду вокруг нас. Тувинский государственный университет представил большое количество проектов во всех 6 направлениях: информационной технологии, технической инновации, инновации в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и многое другое. Однако большой интерес студентов и гостей форума вызвал мини-ГЭС, разработанный студентами Саяно-Шушенским филиалом Сибирского федерального университета. Наш институт находится в поселке Черемушки и готовит гидроэнергетиков и специалистов по строительству ГЭС. Вот мы привезли такой проект, лабораторный стенд, и имитируются процессы получения электроэнергии с помощью воды. Собственно говоря, вот разница высот, вода идет вниз, посмотрите, там у нас генератор, вырабатывается энергия, и все запчасти мальчишки построили в программе 3D и напечатали на 3D-принтере. Напомним, что раньше в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука плюс» Тувинский госуниверситет ежегодно проводил Республиканский молодежный инновационный форум «Инновации». С этого года статус мероприятия стал межрегиональным, и он будет проводиться уже в рамках проекта «Енисейская Сибирь», объединяющего 3 региона – это Хакасию, Туву и Красноярский край. Сестры Айжи представят его на всероссийском телеконкурсе «Новая звезда 2018». «Новая звезда» – музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех 85 регионов Российской Федерации. 85 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз – это предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Туву в вокальном конкурсе представит группа «Сестры Айжи». Напомним, популярность «Семья Айжи» обрела благодаря исполняемым кавер-версиям известных зарубежных, отечественных и тувинских песен, которые сопровождались под аккомпанемент гитары и фортепиано.
Увидеть выступление наших земляков будет возможно в январе на телеканале «Звезда». Сестры и брат Айжи вчетвером являются выпускниками Республиканской школы искусств имени Кенденбиля. Будучи юными, артистами принимали участие в различных музыкальных конкурсах городского, регионального, федерального и международного масштабов. Новые меховые шедевры уже в Кызыле. Сегодня в торговом доме ЦУМ на цокольном этаже открылась ярмарка дизайнерских шуб от пятигорской фабрики «Ангелина Сэм». Новая коллекция «Зима 2018-2019» – это более 5000 моделей элитных меховых изделий из качественно выделанных шкурок норки, мутона, каракуля, соболя, лисы, речного бобра и нутрии от 36 до 78 размера. Мы уверены, здесь любая сибирская модница найдет себе шубку по душе. Боитесь ошибиться с фасоном и подобрать верхнюю одежду не по фигуре? Специалисты на выставке «Ангелина Сэм» всегда будут рады вам помочь найти ваш идеальный вариант. Как по фигуре, так и по цене. На меховой ярмарке действуют скидки до 50%. Порадуйте себя и своих близких нежным, мягким и согревающим подарком на предстоящую зиму. Успейте посетить меховую выставку «Ангелина Сэм» с 8 по 12 ноября включительно. Улица Тувинских добровольцев, 22. Торговый дом ЦУМ. Сделать женщину счастливой очень просто. Достаточно преподнести ей элегантное украшение для предстоящей зимы – шубу из натурального меха. Выставка-продажа «Знатные меха» приглашает всех кызылчан и гостей столицы на большую ярмарку меховых изделий в торговый центр «Меридиан», второй этаж, по улице Ленина, дом 50. Невероятный ассортимент. От такого выбора нетрудно и потерять голову. Более 1000 моделей шуб из норки, лисы и мутона. От классики до авангарда есть и длинные, и укороченные модели. И шубы-трансформеры от 40 до 64 размера. Качество всех меховых изделий на выставке приятно удивит даже самого требовательного покупателя. Все шубы сертифицированы и неспроста, ведь качество, как уверяют производители, это первый и главный аргумент для совершения покупки. Кстати, о покупках на выставке «Знатные меха» вы можете примерить, выбрать и купить понравившуюся шубку без опасения разорить семейный бюджет. Цена проблемой не станет. Здесь любой товар можно приобрести. Нашла шубу своей мечты, пойду оформлять ее в кредит. Для этого мне нужен только паспорт. «Знатные меха» знатно радуют. Все доступно, все качественно и все с гарантией на каждую шубу. Один год. Приходите, выставка продажи работает с 12 ноября по 18 ноября. Торговый центр «Меридиан», второй этаж, ежедневно с 10 утра и до 19 часов вечера. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду, местами порывы до 12-17. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 9, минус 11, днем от 0 до минус 2. На дорогах местами гололедица. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты.